Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино, и сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Ведьма». События увлекательного сериала разворачиваются в небольшой деревеньке, где все хорошо знают друг друга. Жизнь проходит обыденно, ничего неординарного не происходит. Местные жители любят общаться, сплетничать, узнавать новости, чтобы раскрасить свой день. Однажды кузнец по имени Роман замечает в речке незнакомую девушку, быстро вытаскивает из воды, буквально спасая от смерти. Он приносит ее в собственный дом, обращается за помощью к здешней знахарке Рае. Но той уже известно, что молодой человек, вместе с девицей, принес в поселок большую беду. Знахарка приводит незнакомку в чувство, просит Романа не показывать ее местным жителям, чтобы не усугубить положение. Но ничего не получается, так как один из здешних парней уже видит ее случайно и начинает мечтать о светловолосой красавице. Он постоянно приходит к дому кузнеца и наблюдает за происходящим, претендуя на ее сердце. Сосед начинает строить козни против Романа, желая заполучить девушку. Очевидно, что она пострадала, после происшествия не помнит ничего. По деревне начинают расползаться слухи о том, что кузнец нашел в водоеме ведьму, так как в древности полагали, что настоящая ведьма не тонет. Проходит время, память возвращается, красавица вспоминает, что ее имя Надя, но больше нет никаких воспоминаний. Одновременно в деревне появляются незнакомые вооруженные мужчины, которые пытаются найти молодую особу, похожую на Надежду. Кем она на самом деле является, какие тайны скрывают. Кажется, ее жизнь подвергается опасности и необходимо срочно предпринимать меры. Что сделает Роман, готов ли он бороться за любовь красавицы, о которой ничего не знает? Что если Надя использует влюбленного парня в собственных интересах, а взаимного чувства нет? В этом надо разобраться, и молодой человек понимает, что обязан это сделать, несмотря на то, что идет на огромный риск. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.